Отличного понедельника и удачной недели. Желаю, чтобы неделя была продуктивной, насыщенной и плодотворной. Пусть каждый день сопровождается успешными делами, хорошим настроением и окружением добрых, позитивных людей. Лично я уверен, что в мире положительных людей больше, чем негативных, потому что добро всегда побеждает зло. И чем нас больше, тем мир становится ярче, чище, добрее. От наших улыбок, от нашего смеха мир наполняется позитивными вибрациями. Вибрации окружают нас повсюду. Это и пение птиц, голос любимого человека, музыка, любимая музыка. Те же самые положительные вибрации вызывают в нас. А самые главные и важные вибрации начинаются в наших мыслях. Надо гнать плохие мысли, отсеивать их, ставить блок, пароль, надежный пароль, чтобы они не взломали доступ к нашим положительным мыслям. А поскольку у нас останутся только положительные мысли, а положительные мысли – это наше главное оружие в борьбе со злом и негативом, то в мире просто не останется места для плохого. С вами был Сергей. Всем пока!